Бауден Бланд Деритхил, Буден Бланд Деритель, домашние белые колбаски графства Ритель во Франции, получаются нежные, белого цвета, перед подачей можно обжарить на гриле или сковороде, смотрите. Дословный перевод, белый пудинг, что вполне оправдывает свое название нежной консистенцией и белым цветом колбасок, производство и продажа Бауден Бланд Деритхил популярна и по сей день, кроме классического рецепта. В колбаски добавляют иногда лесные грибы, фуагра или трюфели, подают эти колбаски с фруктами, овощами и обязательно с шампанским. Список ингредиентов в конце видео. 1. Подготовьте продукты, мясо должно быть хорошо охлажденным, как сливки и бренди, приступим. 2. Вымойте тщательно все мясо, свинину порежьте кусочками, с бедрышек снимите кожу и удалите кости. 3. Все мясо пропустите через мясорубку, поставьте самое мелкое сито, идеально 2 мм решетка. 4. Добавьте сливки, бренди, соль, специи, яйцо, хорошо вымешайте фарш до однородного вязкого состояния. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Положите лук, перемешайте. 6. Фарш готов. 7. Кишки замочите на 10-15 минут в теплой воде, промойте внутри и снаружи, чтобы промыть внутри нужно пропустить небольшую порцию воды, через них. 8. Кишку оденьте на специальную насадку, конец хорошо завяжите на узелок, наполните кишки фаршем, не допуская попадания воздуха. 9. Перекрутите колбаски поочередно в разные стороны, чтобы получились по 13-15 сантиметров каждая, оставьте на часик. 10. Теперь понадобится градусник или мультиварка с режимом мультиповар, нагрейте воду до 90 градусов, опустите колбаски и ждите, пока температура снова не поднимется до 90 градусов, держите при этой температуре 10-15 минут для бараньей чревы и 20-25 минут для свиной. 11. Готовые колбаски по желанию можно обжарить на гриле или в жиру на сковороде. 12. Подавайте с фруктами, овощами и шампанским. Ставим лайк и подписываемся. Вот из чего готовим блюдо. Грудинка, свиная, жирность 50%, 200 грамм. Бедро куриное, без кожи и кости, 800 грамм. Сливки, 20% холодные, 350 мл. Бренди, 50 мл. Яйцо, 1 штука. Чеснок, сушеный, 1 чайная ложка. Тимьян, сушеный, 1 чайная ложка. Лук зеленый, по вкусу, в классике. Лук-шалот, по вкусу. Соль, 26 грамм. Кишки, бараньи или свиные, по вкусу. Количество порций, 10. Палец вверх или вниз, комментируйте. Подписывайте. Жду снова и желаю вкусного дня.